23 января в зале городской администрации состоялось совещание актива города под председательством первого заместителя главы администрации Бадыра Ахмедова. Информацию о проделанной работе за истекшую неделю и запланированных планах на текущую предоставили руководители коммунальных, правоохранительных и иных служб. Также был заслушан доклад о деятельности отдела по межнациональной политике и связи с общественностью. В городе функционирует отдел просвещения. Основными целями и задачами которого являются борьба с невежественным отношением к религиозным вопросам и разъяснительная работа в плане духовно-нравственного воспитания. Одним из ярких примеров межнационального и межконфессионального мира стал конкурс молодых алимов, проводимый ежегодно в городе Хасавюрт на базе Исламского университета имени Саидбека Даитова. В рамках реализации мероприятий комплексной программы противодействия идеологии терроризма в текущем году проведены круглые столы, форумы, семинар, совещания, встречи и другие мероприятия, направленные на стабилизацию межнациональных и межрелигиозных отношений в городе Хасавюрт. Так, в аграрно-инженерном колледже в городе Хасавюрт прошла встреча сотрудников отдела просвещения при муфтиате РД со студентами первых курсов. В конференц-зале многофункционального центра ДК «Спартак» состоялся круглый стол на тему «Многонациональный Хасавюрт». 23 декабря 2017 года в актовом зале администрации города Хасавюрт состоялась научно-богословская конференция. Основной целью проведения конференции является призыв религиозных объединений республики к участию в реализации социальных программ и проектов, осуществлении информационно-просветительской деятельности, всемирного укрепления и возрождение религиозных и общественных организаций. Религиозную деятельность в Хасавюрте осуществляют 49 мечетей, одна иудейская община и одна церковь. Администрация города ставит приоритет реализацию мероприятий и программ по укреплению мира и стабильности в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Большая работа проводится по стабилизации межнациональных, межрелигиозных отношений, недопущения религиозно-политического экстремизма и раскола в обществе, определив в качестве приоритетных мероприятий организацию информационно-пропагандистской работы в молодежной среде, отметил в своем выступлении заместитель начальника отдела Раджаб Гинжаев. Далее информацию о проводимой профилактической работе предоставил начальник участковой уполномоченной службы Министерства внутренних дел России по городу Хасавюрт Мурат Сайпудинов. За назначенный период времени службы уполномоченной России по городу Хасавюрт проделана следующая работа. Профилактическим обходом охвачено 553 домовладения. Проверено объектов торговли 262. Проверено владельцев огнестрельного оружия 41, выявлено преступление, это у нас в основном незаконная веска газопровода и течение газа. Зарегистрировано 3 материала. В ходе проведения профилактического обхода получена информация 4 по экстремизму, из которых одна. Данная информация также реализована. Человек нами поставлен на учет, с ним проводится профилактическая работа. Также поставлен на учет по категории административный надзор 3 человека и рассмотрено жалоб и заявлений граждан 9. В продолжении совещания в рабочем порядке были заслушаны выступления работников коммунальных служб о запланированных мероприятиях на текущую неделю. Также информацию о происшествиях на территории муниципалитета предоставил заместитель начальника управления гражданской обороны Бахирсулта Джангулов, который отметил, что одним из чрезвычайных ситуаций стало отравление угарным газом. В целях недопущения подобных инцидентов специально созданная комиссия проводит рейдовые мероприятия по выявлению нарушений в установлении газовых обогревателей. Устройств. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».